дальше будешь, говорила мама мне. Где-то шел я, где-то ехал, где-то мчался на коне. Повидал добро и худо, посмотрел на белый свет и вернулся вновь в деревню. Мне милее места нет. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, где грустит заброшенный чей-то домик старенький. Конь буланы спотыкался, падал я с него не раз. В городских кварталах шумных рвал рубаху на показ. А деревне, как девчонке, признавался я в любви. Под гармошку ей звучали песни первые мои. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, где грустит заброшенный чей-то домик старенький. Хлебом солью здесь встречают, веселятся от души. Ко двору, коль не пришелся, на деревню не греши. Через сотню лет в деревню мне вернуться б хоть на миг. Под окном обнять рябин, петухов послушать крик. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, где грустит заброшенный чей-то домик старенький. Ах, вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, где грустит заброшенный чей-то домик старенький. Троллейбусов нету, метро, зато ягод с грибами не одно ведро. Приятно в полшестого гудят трактора, и просыпаться вроде бы уже пора. Увезу в деревню тебя, мой милок, не на неделю увезу, не на денек. Я покажу тебе другую жизнь, только ты покрепче за меня держись. Увезу в деревню тебя, мой милок, не на неделю увезу, не на денек. Я покажу тебе другую жизнь, только ты покрепче за меня держись. Картошка всходит, сходят бураки, удобрения ж придумали не дураки. Радуется глаз, будет урожай, и ты, детиш, мне побольше нарожай. Увезу в деревню тебя, мой милок, не на неделю увезу, не на денек. Я покажу тебе другую жизнь, только ты покрепче за меня держись. Увезу в деревню тебя, мой милок, не на неделю увезу, не на денек. Я покажу тебе другую жизнь, только ты покрепче за меня держись. Голоса, пальцем пихана, кольцами колбаса. После бани за столом вся семья, и в собственность оформлена земля. Увезу в
деревню тебя, мой милок. Не на неделю увезу, не на денек. Я покажу тебе другую жизнь, только ты покрепче за меня держись. Увезу в деревню тебя, мой милок. Не на неделю увезу, не на денек. Я покажу тебе другую жизнь, только ты покрепче за меня держись. Нашей малой родины празднуют все жители села. Приутихли трактора и сеялки, и погода нас не подвела. Все жильцы друг другу улыбаются, шум и дам стоит вокруг дворца. И слегка и бокалы наполняются, а это значит праздник удался. День села и на душе забвение, день села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения, день села почти как праздник и Новый год. В этот день народного гуляния все жители и гости хороши. Под звуки оркестрового звучания давайте погуляем от души. Поднимем тост за наше поселение, за милое родимое село. И пожелаем, чтобы на своем веку оно преображалось и цвело. День села и на душе забвенье, день села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения, день села почти как праздник Новый год. День села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения. День села почти как праздник Новый год. День села и на душе забвение. День села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения. День села почти как праздник Новый год. И просто жить в этом светлом, ласковом краю. Праздник родного, милого уголка. И пусть этот день будет по-настоящему добрым для всех, кто пришел разделить с нами приятный вечер. Пусть живут в нас песни, улыбки, дни рождения наших родителей, детей и внуков. А это значит и день рождения в нашей деревне, где мы родились, выросли, где живем и работаем. Пусть живет наша маленькая родина, а вместе с ней и все. Сегодня распогодилась, чину знаем мы с тобой. Небо вечное, как молота, подарило сердцу и покой. Моя бессонница, и заря, как утро в январе. Все твои желания исполнятся, если праздник на календаре. С праздником, добрые люди, добрые люди. Жизни прожить на земле, про запас. Пусть будет.
огни далекие зовут, и слова, что сердцем нам подсказаны, как цветы однажды прорастут. Пусть порой над нами солнце хмурится и блестит под снегом тонкий лед. Будет праздник и на нашей улице, и дорогу счастья к нам найдет. С праздником, с праздником, добрые люди, жизни прожить на земле, про запас. Счастье пусть будет, а горе не будет. С праздником вас, с праздником вас. Счастье пусть будет, а горя не будет. С праздником вас, с праздником вас. Возьмите, коли ласка, караваи, тут мне...
1582 года. Записи о разделе имущества братьями Алелькевичами. Как населенный пункт обозначен на карте в 1613 году в составе Великого княжества Литовского. С 1861 года действовала церковь, с 1908 года школа. В 1929 году был организован колхоз «Заветы Ленина». В 1957 году в память о погибших во время войны 75 жителей деревни Кольна сооружен курган славы возле Дома культуры. Но все же настоящим украшением нашей деревни являются люди. Мы их видим каждый день. Они живут рядом. Они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе. Но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и самоотверженности. Для жителей нашей деревни с песней «Слонечник» на сцену приглашается Полуднев Матвей. Аплодисменты Матвею! Дорогие друзья, в этом году вы встречаете День деревни с новым коллективом Колинского сельского центра культуры. Наша команда очень надеется на поддержку земляков и в свою очередь обещает сделать жизнь жителей нашей деревни ярче и разнообразнее. Очень приятно видеть столько односельчан, которые пришли на праздник и, конечно же, поддержать нас. Для вас звучит песня «Приходите в мой дом». Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу все, что можно, и все, что нельзя. Мои двери открыты, будут песни во мне. Приходите в мой дом. Мои двери открыты, будут песни во мне. Тебе хороща, будут песни про любовь и разлуку, про веселую и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. Если что-то не так, вы простите меня, но другой никогда. Видит Бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня. Приходите в наш дом, будет весело. Сегодня у нас разыгрывается лотерея от КСУП «Колинская». Солома. И уже есть первый победитель. Аплодисменты Наталье. Наталья Северин. Еще один тюк у нас разыгрывается. Лотерея, стоимость 4 рубля. Пожалуйста, активнее участвуем. Участвуем. Еще разыгрывается мешок зерна. У кого есть хозяйство, пожалуйста, подходим. Участвуем. Люблю твои и реки, и озеры. Люблю твои палетки и лесы, люблю твое светло высоких зорок, и над Припятью каханья голосы. Земля моя, родима дорогая, нема на свете лепшая другой, летять над светом вечно не сгораюсь, твоя надея, вера и любовь. Есть такие места в необъятной стране, что на картах больших их не сыщешь. По-особому небо здесь кажется синим, по-особому пахнут здесь вишни. Это место, где ты появился и рос, называют частенько провинцией. Только места прекраснее нет, и всегда
оно будет единственным. Наш агрогородок Кольно стал маленькой родиной для многих людей, живущих здесь. Эти люди заслуживают особого почета и внимания, ведь они не только трудятся на благо родной деревни. Сегодня мы отметим лучших и почетных жителей нашего села. А сейчас встречайте Оксану с песней «Куточек Беларуси». Куточек Беларуси, маленькая родима, где с самого дятинства все мило сердцу так. Схилившаяся рабина обудить успомины, с горбой, что ли, калитки подробный клич отдав. Схилившаяся рабина обудить успомины, с горбой, что ли, калитки подробный клич отдав. В земли батьковской это я черпаю вытоки святой водой, криничной, что силы надае. Ближе быть немогчимо, вот тут моя родимая на житье дала мне, как жителя. Наша хата цікавымі рэчамі багата. Ласкава просім кожнага ў госці. Заходзьце, не пашкадуеце, калі час маеце. Не мінайце нашай хаты, прыязджайце вы да нас. Пірагамі і блінамі пачастуем госці вас. Возьміце, калі ласка, караваі. Людмила Федоровна, подойдите, порежьте караваи. Поминание о деревне Кольно известны 6 июля 1582 года. Записи о разделе имущества братьями Олелькевичами. Как населенный пункт обозначен на карте в 1613 году в составе Великого княжества Литовского. С 1861 года действовала церковь. С 1908 года школа. В 1929 году был организован колхоз «Заветы Ленина». В 1957 году в память о погибших во время войны 75 жителей деревни Кольно сооружен курган славы возле Дома культуры. Но все же настоящим украшением нашей деревни являются люди. Мы их видим каждый день. Они живут рядом. Они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе. Но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и самоотверженности. Для жителей нашей деревни с песней «Слонечник» на сцену приглашается Полуднев Матвей. Аплодисменты Матвею. Добрые люди, жизни прожить на земле.
праздником, с праздником, добрые люди, добрые люди. Жизнь не прожить на земле, про запас. Счастье пусть будет, а горе не будет. С праздником вас. С праздником вас. Счастье пусть будет, а горя не будет. С праздником вас. Люблю твое светло высоких зорок.
і над Прип'яттю кохання голоси. Земля моя, родима дорогая, нема на світі ліпшої другої. Летять над светом вечно, не сгорають твої надія, віра і любов. Есть такие места в необъятной стране, что на картах больших их не сыщешь. По-особому небо здесь кажется синим, по-особому пахнут здесь вишни. Это место, где ты появился и рос, называют частенько провинцией. Только места прекраснее нет, и всегда оно будет единственным. Наш агрогородок Кольно стал маленькой родиной для многих людей, живущих здесь. Эти люди заслуживают особого почета и внимания, ведь они не только трудятся на благо родной деревни. Сегодня мы отметим лучших и почетных жителей нашего села. А сейчас встречайте Оксану с песней «Куточек Беларуси». Куточек Беларуси, маленькая родима, где с самого дятинства все мило сердцу так. Схилившийся рабина, обудить успомины, с горбой, что ли, калитки, подробный клич отдать. Схилившийся рабина, обудить успомины, с горбой, что ли, калитки, подродный клич отдав. В земли батьковской это я черпаю, в итоге святой водой, криничной, что силы надо. Войны жители деревни Кольно находились в партизанских отрядах. В тылу оставались только женщины и дети. Они пахали, сеяли, смотрели за хозяйством, ожидали, когда вернутся с войны их близкие люди. 4 года смотрели на почтальона с надеждой и страхом. Что несет он сегодня в своей черной сумке? Жизнь или смерть? А мужчины уходили, и многие не возвращались. К сожалению, в деревне осталось очень мало людей, обожженных войной. А ветеран и вовсе один. Сегодня на празднике села присутствует почетный житель нашей деревни. Ветеран Великой Отечественной войны и просто хороший человек. Уважаемый Владимир Иванович, мы приглашаем вас выйти на сцену для получения диплома в номинации «Почетный житель». Спасибо большое! Крепкого вам здоровья! Всего самого хорошего! Тех корейцев, которые жили во время войны, они были очень-очень разумные, хорошие, помогали друг другу. Значит, хочу вас поздравить с крепким здоровьем, 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 еще раз здоровьем. И вечного неба над головой. Спасибо большое Владимиру Ивановичу! Всех вам благ и крепкого здоровья! Не жалейте добрых слов привета для больных, усталых стариков, чтобы их душа была согрета. Им не надо слишком много слов. Иногда достаточно улыбки или просто взгляда добрых глаз, чтобы мир их сумрачный и зыбкий озарился радостью тотчас. Будьте им надежным, верным другом. Пусть их ваша не страшит беда. Жутко ведь, когда глядят с испугом вам в лицо любимые глаза. Ну а о прошлом этом забывая, вспоминайте все же каждый раз. Старость беспощадная, лихая, впереди у каждого из нас. В нашем агрогородке Кольно проживает много людей почтенного возраста. Сегодня на нашем празднике присутствует дочь долгожительницы деревни Сокула Александра.
Николаевна, мы награждаем вашу маму в номинации «Долгожитель деревни». Желаем ей крепкого здоровья и всех земных благ. Где человек родился, там сгодился. Обосновались на своей земле и семья Ганиных, Виктора Славомировича и Людмилы Александровны. Их подворье заслуживает бурных оваций, аплодисменты лучшему подворью. Для получения диплома «Лучшее подворье» на сцену приглашается семья Ганиных. Встречайте! Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты. Хочу, чтоб про вас говорили друзья. Какая хорошая ваша семья! Народная мудрость гласит, если хочешь прожить в каком-нибудь месте, год посей проса. Если будешь выбирать себе место на десятки лет, посади дерево. А если хочешь поселиться навсегда, воспитай ребенка. У нас на празднике присутствует семья, которая воспитывает трех прекрасных детишек. В номинации «Многодетная семья» дипломом награждается семья Ермолича Геннадия Эдуардовича и Ермолич Натальи Михайловны. Аплодисменты нашей многодетной семье. Мы желаем вашей семье крепкого здоровья. И пускай трое будет не пределом всего вам самого-самого наилучшего. Своими ногами. Как гласит пословица, волка ноги кормят. И в нашей деревне есть такой профессионал. Он не вернется из лесу с пустыми руками даже в самую засушливую погоду. В номинации «Царь леса» награждается житель агрогородка Кольна Довгулевец Вадим Эдуардович. Ну ничего, мы передадим обязательно Вадиму грамоту. Он у нас скромный парень, но он ее заслужил. Аплодисменты Вадиму Эдуардовичу. Все начиналось с носков, которые были так необходимы мужу, ведь он работал далеко на севере, где очень холодно. После носков пошли рукавицы, шарфики. Наша сельская рукодельница, эта женщина виртуально владеет крючком и спицами. В номинации «Золотые руки» награждается Дриневская Анжела Васильевна. Аплодисменты Анжеле Васильевне. Спасибо вам за ваши золотые руки. Надеюсь, что для нашего коллектива вы тоже скажете нам варежки или носки. Всего самого хорошего вам. Агрогородок Кольна славится и другими мастерами своего дела. Это знаменитые пчеловоды. Простуда и радикулит им нипочем. Продолжая старинные традиции дедов и прадедов, эти люди находят общий язык даже с пчелами. Они делают жизнь односельчан по-настоящему сладкой. В номинации «Сладкий мужчина» награждается Туровец Александр Александрович. Наталья Ивановна, подойдите получить за мужа. Обещал быть, не пришел. Обязательно Александру передайте от нас грамоту. Пусть быстрее выздоравливает. Примите, пожалуйста, от нас. Всего самого-самого хорошего.
супруг и его вторая половинка трудятся в школе. Они дают самое лучшее образование нашим детям. Они не только самая образованная, но и самая спортивная семья, так как Сергей Владимирович преподаватель физической культуры. Его жена Дарья Михайловна педагог младших классов. В номинации «Самая спортивная и образованная семья» награждается Бердичев Сергей Владимирович и его супруга. Молодцы, ребята, пришли в полном составе. Спасибо большое. Мы желаем вам счастья и удачи. Пусть для вас всегда ярче светит солнце и идут теплые дожди. Пусть ваш дом будет полной чашей всего вам самого-самого хорошего. Издревно земля была кормилицей и матушкой для всех людей. В нашем агрогородке кольно живут самые трудолюбивые семьи, которые не представляют своего существования без тяпки и бессонных ночей. А первый урожай огурцов, капусты и других культур приносит прибыль не только в семейный бюджет, но и удовольствие от того, что все это выращено своими руками. В номинации «Лучший огородник» награждается семья Флёрка Виталия Павловича и Флёрка Татьяны Александровны. Встречайте! Пусть у вас всегда будет полно огурцов, помидоров. Всего вам самого-самого наилучшего. Спасибо большое. Жизнь, здоровье и дети. На четвертом месте может стоять автомобиль, дом, гараж. Все это рекомендуется страховать во избежание несчастных случаев. В нашей деревне это без проблем. Человек, который посвятил большую часть своей жизни любимой работе. Снег, дождь или слякоть. По первому звонку она будет у вас. В номинации «Гарантия безопасности» награждается Головач Наталья Евгеньевна. Встречаем! Нашей малой родины празднуют все жители села. Приутихли трактора и сеялки, и погода нас не подвела. Все жильцы друг другу улыбаются, шум и дам стоит вокруг дворца. И слегка и бокалы наполняются, а это значит праздник удался. День села и на душе забвенье, день села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения, день села почти как праздник и Новый год. В этот день народного гуляния все жители и гости хороши. Под звуки оркестрового звучания давайте погуляем от души. Поднимем тост за наше поселение, за милое родимое село. И пожелаем, чтобы на своем веку оно преображалось и цвело. День села и на душе забвенье, день села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения, день села почти как праздник Новый год. Сейчас к нам в гости приехали новые белорусские бабки. Заваленки старушки и деды, тетки и ребятня. Заваленки частушки распевают до темна. Заваленки приходят. Дети, это же колецкий подарок.
Шарманка, о чем-то вздыхая, вернулась шарманка, ночами рыдая, страдает шарманка, стирая улыбки, рыдает шарманка с душой первой скрипки. Влекут ли мечты небывалые? Цветут ли цветы запоздалые? Все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Влекут ли мечты небывалые? Цветут ли цветы запоздалые? Все так. Все так же шарманка о чем-то жалеет, все так же шарманка грустит и стареет, страдает шарманка, стирая улыбки, рыдает шарманка с душой первой скрипки. Влекут ли мечты небывалые? Цветут ли цветы запоздалые? Все так же рыдает шарманка. В Париже она. Мои милые подруги, хорошо, что вы пришли. И на сердце тает зима, словно вновь пришла весна. И холодные стихи упадали на лагерета, лагерета. Снова солнышко головное, только счастье нет. Прямо со мной я бы тоже загуляла. И сегодня все равно, я бы тоже загуляла. Эта пара не пропустит ни одного праздника. Они являются примером для всех одиноких, для тех, кто еще не нашел друг друга и отчаялся. Свою любовь можно встретить не только в 20 лет. Они посещают все культурно-массовые мероприятия нашего заведения, что должно являться примером для присутствующих на нашем сегодняшнем празднике людей. В
В номинации «Активная семья» награждается Федоренко Вера Брониславовна и барон Николай Борисович. Просим вас аплодисменты Вере и Николаю. Ждала такой отрады, как трудно обрести такой покой, когда со мною мой мужчина рядом, когда могу сказать: мужчина мой, ты мужчина мой, ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь с тобой. Ты мужчина мой, да ты мужчина мой, я так тебя люблю, мужчина мой. Ты один, другого мне не надо. Так сложно спорить с Богом и судьбой. Моя любовь не требует награды. Ты только будь моим, мужчина мой. Ты мужчина мой. Ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь с тобой. Ты мужчина мой, да ты мужчина мой, я так себя люблю, мужчина мой. Ты мужчина мой, ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь с тобой. Соблазны бьют безжалостной волной. Я здесь, я навсегда, я буду рядом. Доверие, верности, прибой. Ты мужчина мой, ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь с тобой. Мужчина мой, да ты мужчина мой, я так тебя люблю, мужчина мой. Ты мужчина мой, ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь с тобой. С раннего возраста хобби этого человека – рыбалка. Это часть его жизни, его стихия, утренний рассвет. Запах душистых трав, струящаяся водная гладь. Завораживающая красота рек и озер не только успокаивает нервную систему, но и придает жизненной энергии. В номинации «Рыбак со стажем» награждается Сакула Святослав Антонович. Встречаем! Антонович, желаем вам хорошего клева! Пускай... На вашу удочку попадается не только мелкая, но и крупная рыба. Здоровья, чтобы еще на многие-многие годы. Болот и станец течет, наша речка скрипится. Так было из века веков, и никто б не посмел переиначить. Да дамбы обняли крепким венком, да выросли новые дачи. Обмелела, избавила ход,
выбираясь из тины, из ила, но тянется к речке народ, словно в ней всемогущая сила. И хочется мне заглянуть в те дубравы и в серебро ив окунуться, и упасть в твои нежные травы, чтоб всю ночь не проснуться. А поутру клюнет и окунь, и ёрш, или обманет проказа плотвица. Я верю, ты не умрёшь, моя дорогая скрипица. И пением птицы наполнят твои берега, и Припять умоется влагой живицей. Ты по-прежнему всем дорога, любимая наша сестрица-скрипица. Вот автор стихотворения Сакула Святослав Антонович. Аплодисменты! Родилась родина в городском саду. Чувства я не строю, мимо не пройду. Нежные слова любви под хмельным дождем прошепчу с улыбкою теплым майским днем. Выращиваете вы, сельские труженики. Механизатор
важнейшая фигура на земле. Без него невозможно вовремя посеять и в срок убрать. А в горячую пору они ведут битву за хлеб. Номинации «Труженик полей», «Почетная грамота» награждается Головач Виктор Арсентьевич, Котел Константин Владимирович и Кулюта Николай Петрович. Мальчики, подходим к сцене. Здоровья вам и сил в вашей нелегкой работе. Всего самого наилучшего. Наших животноводов и операторов машинного доения, телятниц. В нашей деревне живет семья, которая посвятила большую часть своей жизни сельскому хозяйству. В номинации «Семья тружеников сельского хозяйства» награждается Головач Владимир Арсентьевич и Юнчиц Вера Николаевна. Телятница, которая посвятила 35 лет родному колхозу. Эта женщина трудится на ферме с 18 лет. Почет и уважение таким людям. В номинации «Лучший животновод» награждается Кислюк Валентина Адамовна. Всего вам самого хорошего! Для вас, дорогие работники сельского хозяйства, Оксана поет песня «Матушка Земля». Полевых цветов веночек в утренней росе цветов, соловья запев с источек сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой волю, про небо и про любовь. Матушка Земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка Земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Хороших урожаев и новых достижений. Ну а самое главное, роста, благосостояния всем членам вашего коллектива. Аплодисменты работникам сельского хозяйства Иксуп-Колинская. Сегодня я хочу отметить неравнодушных людей, которые оказали нам помощь в организации и проведении праздника. Это Салко Сергей Станиславович, Ермолич Геннадий Николаевич, Мацкевич Сергей Викторович, Флёрка Виталий Павлович, Сагула Игорь Святославович, Воронов Павел Александрович, Нилов Александр Владимирович, Мацкевич Тамара Адамовна, а также выражаем слова благодарности председателю Руднянского сельского совета Яковлеву Сергею Вячеславовичу, директору предприятия.
здоровья, благополучия вашим семьям, процветания вашей деятельности. Отвела судьба для нас, приносит радость солнечным восходом, и светит вам счастливая звезда, храня от бед и жизненной невзгоды. Удачи вам и искреннего смеха, здоровья всем на долгие года. Желаем вам во всех делах успеха и рады встрече с вами мы всегда. Дорогие друзья, совсем скоро вас ждут игры и развлечения, а нашу праздничную программу продолжает концерт народного фольклорного коллектива «Ветица» Старожилецкого сельского дома культуры. Встречайте! Знаем мы с тобой. Снова небо вечное, как молодость, подарило сердцу непокой. И томит счастливая бессонница, и заряд как будто в янтаре. Все твои желания исполнятся, если праздник на календаре. С праздником, с праздником. Добрые люди, добрые люди, жизни прожить на земле, про запас. Счастье пусть будет, а горе не будет. С праздником вас, с праздником вас. Добрый вечер, дорогие друзья, вас приветствуем. Ветица Старожилецкого сельского клуба. Поздравляем вас с праздником деревни вашей. Здоровья желаем, счастья, пусть будет счастье и здоровье, и пусть на все хватает сил, и каждый день обычной жизни, чтоб только радость приносила. И хоть порой бывает трудно, да и не ладятся дела, ведь главное, чтоб мир и счастье не покидали никогда.
говорили, я не поняла. Что вы никого не схватили? Он хапайте любого, любы пойте. Ну, самые девки молодые, кавалеров себе не нашли, ну. Он хапайте, один стоит у клетку. Он той черную рубашку, он то это вообще будет плясать. Что вы его с-под деревьев не вытянули? Вам же и кавалеров надо, помимо фотографий, да? С праздником вас!
сегодня празднуем, и огни далекие зовут, и слова, что сердцем нам подсказаны, как цветы однажды прорастут. Пусть порой над нами солнце хмурится и блестит под снегом тонкий лед. Будет праздник и на нашей улице, и дорогу счастья к нам найдет. С праздником, добрые люди, добрые люди, жизни прожить на земле, про запас. Счастье пусть будет, а горя не будет. С праздником вас, с праздником вас.
птиц на рассвете, полевые цветы